В 2019 году мы выиграли проект «Город-конструктор». Фонд поддержки президентских грантов нас поддержал, и именно благодаря им мы смогли реализовать данный проект. В проекте представлено 50 макетов культурных архитектурных зданий Екатеринбурга и Свердловской области. Выставка была сделана у нас именно для людей с нарушением либо отсутствием зрения. Потом мы решили уже, что она будет интересна и зрячим людям. И поэтому здесь соблюдена вся цветовая колористика, все макеты сделаны с подсветкой, все мельчайшие детали сделаны и проработаны, которые люди с нарушением зрения не могут прощупать, но мы для них сделали отдельно рельефно-графические альбомы, которые здесь тоже представлены, можно посмотреть. Вот. А именно для жителей и гостей города также она сделана, то есть она носит именно инклюзивный характер, чтобы люди больше любили свой край, да, больше ценили то, где они живут, где находятся, ну а наши гости чаще к нам приезжали. Это грандиозный проект, и это поможет людям, которые никогда, вот представляете, дети, которые никогда не видели, они теперь это увидят. Они видят это кончиками пальцев, и они это видят. Теперь они знают, что такое дом Агафуровых, да, что такое администрация города, да. То есть, когда они идут мимо этого здания, они теперь знают, как оно выглядит. И от этого реально мурашки. То есть, я прям, ну, это поднимает очень сильно, да. Вот. Ну, это, я думаю, в первую очередь. Ну, плюс приятно самому посмотреть, как минимум, на то, что получается. Я смотрю и не верю, что это мы сделали.